Всем привет! Я Сулан, на канале KingS. Алиска, привет! Что у тебя за киндеры такие интересные? Бульк-бульк. Бульк-бульк? Это кто? Рыбки? Да! А какой это мультик? Дори! Дори и Немо, да? Угу. Давай, будем открывать. Это польская серия киндеров. Рыбка Дори. Подписано. Что это? Там есть краб. Там есть краб. Мы не знаем, какие игрушки внутри. Но тут нарисованы какие-то велосипедики, ракушки. Какая-то бабочка нарисована. О, вот, наверное, вся серия нарисована. Да, Алиска, сзади? Угу. Открывай. А вот такая классная рыбка. Видите, так. Немо, который тоже был в мультике. И серия игрушек, которая может попасться. В каждом таком тубе 4 киндера. Из них 2. Это основная серия. И мы будем сейчас с Алиской собирать серию. Нет. И какая же первая игрушка у нас будет? У нас основная серия. Очень интересно, что за игрушки. Попался хвостик рыбки. Вот, скат! Ой, какая классная рыбка. Нет, это кит. Смотрите, какой классный белый кит. Вот такая вот классная серия Дори. Тут у нас сколько? 8 игрушек. Вот игрушка, которая нам попалась. И вот нарисовано, как его собирать. А еще он умеет брызгаться. Если воду набирать, видите, в рыбку, то рыбка будет брызгаться. У него есть такая кнопочка на животике. Какая классная первая у нас игрушка из рыбки Дори. Рыбка Дори и ее друзья. Желтый. Желтый, это не основная серия. Машинка? Покажи. Очень интересная. Такая вот серия машинок. Смотрите, какие веселые машинки. Они цельные, их уже не нужно собирать. Вот такая веселая машинка. И у нее, похоже, есть какое-то ускорение. Интересно. Вот такая вот машинка. Ее можно, видите, переворачивать. Желтая. И это снова не основная серия. Посмотрим, что попалось. Очень-очень интересно. Будут ли какие-то серии, которые нам уже знакомы. Кто у тебя попался? Ух ты! Смотрите, какие классные зверюшки новые. Это новая серия, обновленная. Покажи, пожалуйста. Какие здоровские. Это Мишка, Медведица и Мишка, Медвежонок. Вот такой вот маленький, классный. Вот такая вот классная парочка нам попалась. Информация, как обычно, о мишках. Да, это серия, смотрите, таких классных обнимашек. Вот наш Мишка и его детеныш. Ой, очень классно. Тут и скунс, смотрите, есть и волки, и бобры. Здорово. Да, а это рыбка Дори. И что же у нас там за рыбка попалась? Интересно, а Дори нам попадется или нет? Сама главная героиня. Краб! Краб нам попался. А ты уверена, что это краб? По-моему, это осьминог. Да. Судя по тому, что здесь 8 ног, это, наверное, осьминог. Вот так вот крепится. А, смотрите, какой классный. Очень веселый и интересный такой вот морской обитатель. А Алиска открывает второй туб. Первый туб мы уже полностью открыли. Во втором тубе тоже будет 4 киндера, и 2 из которых будут из одной серии. Смотрите, а вот сама главная рыбка, вот Дори. Это Немо, да? Наш осьминог, который нам попался, и кит, который нам попался. Очень классная серия. Вот наш осьминожек. Он при температуре, кстати, цвет будет менять. Смотрите, в горячей воде он будет становиться оранжевым, а в красной воде он будет краснеть от холода. В первом тубе нам попалась такая машинка двойная. Игрушка из основной серии. Еще одна игрушка из основной серии. И вот такие классные семейки. Мишки. Не основная серия. Напоминаю, мы открываем польские киндеры из серии «Рыбка Дори». Был такой классный мультик. А теперь... это? Что это? Рисовалка? Ой, как еще? Да, это какой-то компьютер такой рисовает, да, для рисования. Угу. Там голова, только его, по-моему, тоже обновили немножко. Давай посмотрим, что с ним сделали. Вот такой вот слоник, подставочка. Смотрите, такая серия разных. Тут и слоненок, и львенок, носорог. И кто-то еще на дереве. Крокодил, не крокодил, непонятно. И к ним идет такой вот экранчик, на котором можно что-то рисовать, а потом вытирать. Нам попался такой слоненок из этой серии. И его хобота можно на этом телевизоре рисовать. Видите, как все просто. Открываем, открываем.
Мы должны найти рыбку Дори. Очень хочется ее увидеть. Да мы не знаем, что нам попадется. У нас снова желтая капсула. Это не основная серия. Посмотрим, что еще обновили в этом году. Чем нас киндер готов порадовать. Какой-то цветочек, браслетик или что? Браслетик. Браслетики у нас были. В прошлом году их было много. Хорошие у нас попались игрушки из неосновных серий. Приятно. Можно и рисовать. И ходить в таком браслетике модничать. Видите, какой браслетик. А к нему есть цветочек. Я покажу сейчас. Оранжевая! Да, у нас основная серия. Вот такие браслетики, их не обновили. Такие они были, такие они остались. И вот такой у нас желтый цветочек. Что же Алиске попалось? Какой же? Такой же кит снова попался, да? Угу. Ну, бывает повторы. Смотрите, какой красивый браслетик для девочки. Давай я кита соберу, а ты браслетик оденешь. Давай. Не хочу. Это такой же. Зачем мы его соберем? Ну, просто покажу его. Вот так он собирается. Несложно. Вот видите, у нас две игрушки одинаковые. Это кит, который плюется водичкой. Игрушка-плевалка такая. Итак, парам-папам-папам, открываем восьмой киндер-сюрприз из серии «Рыбка Дори». Это будет игрушка из основной серии. Осьминог? Нам попались две повторки, видите, как бывает. Нам попалось два таких осьминога из серии и попалось два кита. Бывает? Всякое бывает в жизни. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Пока-пока!